Всем привет, меня зовут Полина, кто впервые на моем канале, и сегодня я хочу поговорить на тему изучения английского языка. Не так давно в одном из своих видео я говорила, что более тщательнее хочу заняться английским языком, поскольку мне в следующем году сдавать экзамены по нему, да и самой как-то хочется его более лучше подтянуть. Поэтому я нашла несколько сайтов, где это можно сделать совершенно самостоятельно. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной. Я вам покажу несколько вариантов как и на компьютере, так и на телефоне. Эти приложения совершенно бесплатные, но есть и платные моменты, но мы их будем пропускать. Первое приложение — это на компьютере. Оно называется lingus.ru. Об этом приложении я узнала совершенно случайно и недавно, и этим приложением я пользуюсь на данный момент. Плюс этого сайта, что на этом сайте можно изучать не только английский язык, но и множество других, такие как испанский, французский, корейский и даже можно подтянуть русский. Сначала у вас идет около 52 уроков на тему английского языка, а потом диалоги и тесты. А также во время урока или после урока вам могут давать мини-тесты, где вы можете закрепить или подтянуть свои знания. Также там есть видеоуроки, что тоже очень удобно. И этот сайт совершенно бесплатный. Честно, это единственное приложение, которое я могла бы вам посоветовать на компьютере, потому что все остальные приложения либо точно такие же, либо платные, что нам не очень выгодно. Поэтому приступим к приложению на телефоне. Первое, что бы я хотела посоветовать, это известное приложение Duolingo. На самом деле, я очень много слышала отзывов про него и решила тоже проверить, как же оно будет работать. В нем нет никаких видеоуроков и так далее, но в этом приложении можно потренировать свой перевод и также свое произношение. Также за каждый неправильный ответ у вас будет отниматься жизнь, а чтобы ее восстановить, вам нужно будет пройти дополнительные уроки. Также в этом приложении тоже можно выбрать другой язык и ходить по статистике, также получать достижения. Следующее приложение — Retaliant. Это приложение чисто для перевода слов, но там можно выбирать разные категории для изучения, что очень удобно. Также там есть особый алгоритм по изучению слов. И сразу же можно отслеживать свой прогресс. А также можно составить свой список слов. То есть, если вы не знаете, как это переводится или как это произносится, то это приложение именно для этого. И последнее на сегодня приложение — это приложение Cake. В этом приложении есть разговорные видео, где разговаривают носители языка. Вы можете зайти на это видео и послушать их разговор. Также внизу будут субтитры. Их можно по желанию сделать медленнее или в обычной норме. Также самое интересное, что мне больше всего понравилось, там есть личный тренер, с которым вы можете пообщаться как в переписке, то есть как с другом. Конечно же, там будут тесты, чтобы закрепить пройденный материал. На этом все. Я надеюсь, что здесь вы нашли для себя что-то подходящее. Конечно, здесь большинство приложений нет. Я постаралась выделить более такие приложения, которые я хочу выделить и которые, возможно, вам будут полезны. Всех люблю, целую и всем пока! Я это сделала! Только посмотрите. Это сценарий. Я очень долго это делала. Посмотрите, как я это снимаю. Понимаете, да? Это ж просто трэш. Трэш. Всем хорошего изучения английского языка. Пока.